Вітаю вас, друзі. Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. Про сенс життя справжнього педагога ми дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. І поцікавимось, що потрібно для того, щоб сяяли очі у дітей. Я люблю дуже музику. Це і робота в школі з дітьми, це смисл моєї життя. Какие разные краски можно передать звучанием этого инструмента, и он ни с чем не сравнится. Я всегда стараюсь, слежу за тем, чтобы ученику мои горели глаза. Они должны приходить радостные, получать радость на уроки. Чем больше раз выходишь на сцену, тем не страшно потом играть на других. Мой преподаватель спросил, что для тебя музыка? Я ему сказала, музыка для меня это все. Сьогодні, друзі, ми з вами зустрінемось з одним з перших в Миколаєві вчителів-акордеоністів, викладачем вищої категорії дитячої музичної школи номер 2 Ларисою Маренковою та її учнями. Акордеон – дивовижний музичний інструмент. І любов з ним починається з першої зустрічі. Що було далі, почуємо зараз. Я почала займатися музикою в 9 років. Училась я в Харькове, закончила Харьковскую музыкальную школу, затем музыкальное училище закончила. И когда мне мой преподаватель спросил, что для тебя музыка, я ему сказала, музыка для меня это все. Ну и, конечно, я говорю, хочу быть музыкантом. Я так сказала, преподаватель известный, профессор Харьковского института искусства, он сейчас работает. Вот. Он мне сказал, потом я ему говорила, хочу быть композитором. То есть вот развивал творческие способности, умение вот выстраивать материал музыкальный. Я, конечно, очень благодарна ему. И в 59-м году, после окончания училища музыкального, меня по направлению министерства прислало сюда, Николаю, во вторую музыкальную школу преподавателем. Мне было 18 лет. 18 лет, и вы такая юная, тоненькая девочка, да. Но с чемоданом аккордеона. Да, с чемоданом аккордеона. Ну, аккордеон играли мы тогда, концертов много было. Ну, сейчас чехлы есть, чехлы, пошитые чехлы. В то время, конечно, они были из брезента. Сейчас вот у Артема такой чехол комфортабельный, вот у него свой инструмент. Вот. А тогда были чехлы брезента, из брезента, пошитые, собственно, ручно мои. Мамой. Вот, это Лариса Владимировна, но вы не рассказали, как произошла ваша встреча длиною в целую жизнь с аккордеоном. Почему именно аккордеон? Потому что мне очень нравится этот инструмент. Вот, вы говорите, это душа, человеческая душа. Вот, очень... И передают все и страдания человека, и радость. И вот вы сегодня послушайте вот учеников, такие, которые уже играют много лет, у них это передается. Я постаралась, чтобы они это самое, тоже передали вот эти все ощущения, все чувства, которые передает аккордеон. Я предлагаю, дорогие телезрители, давайте от слов к делу, и чтобы вы сейчас услышали чувства человека, который может передать аккордеон. Thank you.
слушатели, вам понравилось. Но, конечно, Артём, вы закончили музыкальную школу, вы являетесь студентом музыкального училища. И аккордеон — ваш неизменный спутник. А почему аккордеон? Ну, безусловно, я понимаю, что не совсем такой вопрос, потому что это душа, это такая красота. Но как вы полюбили аккордеон? Как ваша встреча произошла? Я полюбил аккордеон не сразу. Я вообще хотел учиться на фортепиано, но так как не было возможности, и аккордеон более мобильный инструмент, ну, полно, ну, которые играют людей на фортепиано, но нет хороших аккордеонистов. Поэтому я решил все-таки взять аккордеон. Не жалеете, Артём? Нет, не жалею. Теперь я могу так же само играть, как и на фортепиано, так же само и на аккордеоне. То есть, встретившись с аккордеоном, вы освоили и фортепиано, и аккордеон? Да, и я не жалею. Лариса Владимировна, вот смотрите, Артём уже закончил музыкальную школу, он является студентом музыкального училища, но, дорогие телезрители, на этом все только начинается, потому что вот рядом со мной сидит брат Артёма, который учится, который закончил первый класс. И, Богданчик, тебя брат научил любить аккордеон? Ну, как бы сказать, мне очень понравился саксофон. Я пошел учиться на саксофоне и на вокал. Потом я стал играть на аккордеоне. Ну как, прямо взял аккордеон и сразу стал играть? Получается, я не смог пойти на аккордеон, потому что он для меня был тогда тяжелый и большой. Я его не смог поднять. А саксофон был как бы... Ну хорошо, саксофон, конечно, легче, он более воздушный такой, но что, аккордеон все-таки победил? Да, аккордеон победил. А саксофон? А саксофон? Мне тоже нравится очень инструмент. То есть у тебя два любимых инструмента, да? Саксофон и аккордеон. Вот так вот, дорогие телезрители, саксофон и аккордеон. Но сейчас я предлагаю вам послушать Богдана, ученика первого класса, и аккордеон. Лариса Владимировна, я вот сейчас, я думаю, что телезрители наши тоже обратили внимание, когда мы слушали ваших учеников, и Артёма, и Богдана, они замечательно играют, но насколько вы переживаете, это даже трудно объяснить, но это очень хорошо видно. Вы просто растворяетесь в звуках, вы постоянно растворяетесь в звуках, но при этом выглядите вы весьма недурственно. Это вас музыка лечит? Да, конечно. Ну, я люблю очень музыку. Это и работа в школе с детьми, это смысл моей жизни. Поэтому я чувствую, я без школы, я даже не представляю свою жизнь. Лариса Владимировна, сегодня музыкальные инструменты самые популярные, вот и Артём говорил, и Богдан, это немножечко другие. Аккордеон, несмотря на всю его красоту, он как бы немножечко отошел в тень. Или это всегда так было, что аккордеон, он, может быть, в какой-то мере неудобный, потому что вот большой инструмент, его тяжело носить, но нужно очень сильно любить, чтобы с этим инструментом дружить и чтобы на нем играть, да? Ну, конечно, это нужно любить, этот инструмент. Но относительно того, что он большой, в принципе, у нас есть в школе инструменты. Они, ученики, не носят с собой, то есть тяжести. А чем тяжелее инструмент, тем на нем лучше играть. Правда, Артём? Да. Да, Артём? То есть если инструмент... Почему? Если он тяжелый, то на нем лучше играть? Ну, он тяжелый, потому что в нем множество тембров и регистров. То есть тут звук создается из пластинок металлических. Поэтому там чем больше пластинок, да, и тем инструмент он стоит. Вот как ты его одел, так он стоит плотно.
То есть, Лариса Владимировна, очень много нюансов зависит от того, как будет звучать аккордеон. Но, конечно, еще и очень много значит, когда педагог любит свой инструмент, любит свой предмет и любит учеников. Да. Да, люблю учеников, это уже отнять нельзя. А хорошо, Лариса Владимировна, вот смотрите, ребята, вот по-честному, давайте, пока нас никто не слышит, вот скажите, ну, нет времени там позаниматься, приходишь на урок с невыученным уроком. Бывает такое? Вот по-честному, Валерий. Бывает у вас такое? Бывает. И что, Лариса Владимировна? Ну, ругается чуть-чуть. А что, вот тут приходите на урок с невыученным уроком, ну, не успели выучить, и как-то по-честному говорите, или просто стараетесь все-таки не подать виду? Сразу же видно, когда играешь, сразу же видно. Это не подготовлено. Ну, а вот сейчас вы подготовлены, да? Да. Давайте послушаем подготовленного Валерия Шамраева, который сегодня подготовился. Зрители, Валерий подготовлен, и когда ученик приходит не подготовлен даже на урок, то это в принципе не беда, потому что главное, что он пришел на урок, принес инструмент, и главное, что он готов к восприятию урока, правда? Да, конечно. Вот я всегда стараюсь, слежу за тем, чтобы ученику мои горели глаза. Они должны приходить радостные, получать радость на уроке и с полной отдачей играть и с удовольствием. Лариса Владимировна, будьте добры, безусловно, каждый инструмент отличается своей спецификой. Вот в чем специфика именно обучения игре на аккордеоне? Вопрос сложный, конечно. Специфика в том, чтобы научиться хорошо извлекать звук, чтобы это было мягкое звучание, чтобы это не было толчков инструмента. В этом специфика, конечно, владение мехом. Это главная часть аккордеона, во владении мехом. Если ученик это постиг, то считай, что он уже научился играть. Ну, мне кажется, что ваши ученики, они мех, как-то они его постигли немножечко, да? Вот у нас есть еще девушка, ее зовут Милена, и я предлагаю вам, телезрители, послушать, как она владеет мехом. Миленочка, будьте добры. Thank you.
Вот вообще все очень здорово, когда концерт, когда нарядные дети, когда разворачивается аккордеон, это все чудесно. Но, друзья мои, я думаю, что вы догадались в том, что за всем этим стоит очень и очень большой труд. И искусство педагога научить ребенка в первую очередь, Лариса Владимировна, трудиться. Ну, рассказывайте, делитесь. Ну, во-первых, я подбираю программу, которая интересна детям. Если интересна музыка, то они стараются больше поиграть. Вот. Ну и потом я очень обижаюсь, когда они мало играют и не получается хорошо исполнять. То есть вы личным примером таким? Личным примером, да, конечно. Вот. Ну я думаю, что дети мне отвечают тем же, потому что они чувствуют, что я их очень люблю, и они отвечают мне тем же. Вот они стараются меня не огорчать, во всяком случае. Хотя все бывает. Леночка, вот честно, бывает, когда огорчаешь Ларису Владимировну? Ну, бывает, да? И как ты стараешься исправиться? Да, конечно же, бывает, но когда я понимаю, что я огорчаю Ларису Владимировну, мне самой становится грустно, и мне хочется к следующему уроку уже собраться с силами и вот уже сделать все, что нужно сделать, чтобы Ларисе Владимировне нравилась моя музыка, и мне нравилось то, что я играю. Миленочка, мы сидим, вот вы единственные дамы, потому что вот у нас еще три молодых человека, то есть девушка и аккордеон. Это такое необычное сочетание, правда? Или нет? Или это все нормально? Я видела и других девушек, которые играют на аккордеоне, ну и Лариса Владимировна, как пример, тоже можно. Лариса Владимировна вообще личный пример всего. Да, конечно, я согласна. Ну, я не сказала бы, что есть какие-то очень большие отличия в том, чтобы научиться играть на аккордеоне, будучи парнем или девушкой. Это, если приложить усилия, то всегда все получится. Вы любите свой аккордеон? Конечно. Конечно, я очень люблю этот инструмент, мне нравится, какие разные краски можно передать звучанием этого инструмента, и он ни с чем не сравнится. Артем получил первое место, завоевал, вернее, первое место на конкурс, международном конкурсе «Золотая пектораль» в городе Ялте. Затем он участвовал в украинском конкурсе, но это престижный конкурс для учащихся на народных инструментах, ну, исполнителях, вернее, правильно будет сказать, на народных инструментах, престижный конкурс в Кировограде. Он там занял третье место. Вот он, ну, потом это самое. Так, затем он играл на международном конкурсе в Новой Каховке. То есть за плечами много конкурсов. Да. Артем, а и вот... Областные конкурсы постоянно, он со второго класса уже да. играет. Да. Артем, а вот все конкурсы объединяет, конечно, волнение, но что дает игра, принятие участия вот в конкурсах, в музыкальных таких своеобразных соревнованиях, что для вас это определенная ступенька к мастерству? Да, можно так и сказать, это набираешься нового опыта. Когда выходишь на сцену. То есть вот это вот как шагаешь, вот перебариваешь свой страх. Когда вот, чем больше раз выходишь на сцену, тем не страшно потом играть на других. То есть ты не боишься. И вы уже сегодня вы уже не боитесь? Я уже не боюсь. Богдан, вы когда играете, вы принимали участие в каких-то в концертах, в конкурсах? На аккордеоне еще не принимал участие. А вот я еще занимался вокалом с 4 лет. Я уже не боюсь сцены. Вы не боитесь сцены? Ну, понятно, это здорово. Валерий, а вы, как вы, у вас складывается отношение со сценой? Боитесь ее или она вам друг? Ну, можно сказать, я ее не боюсь, но я так не был на сцене, ну, на больших. Ну, у вас еще все впереди, Валерий. Да. Вы себя мыслите большим артистом? Как вот в дальнейшем вы себя мыслите? Музыкантом? Или как сложится? Аккордеон просто будет вашим добрым другом? Ну, как сложится. Может быть, аккордеон будет... Я на нем буду зарабатывать, а может, для души будет. Вот, Лариса Владимировна, вы видите, как дети сегодня мыслят позитивно и
практично. Да. То есть и друг, и одновременно помощник в заработке. Да, конечно, так. Но я тут как-то не могу ничем помочь, потому что я вот как-то об этом не думала. О заработке я не думала в свое время, когда пришла работать. А сейчас, ну так, значит, время такое. Лариса Владимировна, будьте добры, аккордеон является, он относится к народным инструментам. Да. Но почему? Я знаю, баян относится, это народный инструмент. А аккордеон, вот я, например, не знала, что аккордеон относится к народным инструментам. Потому что аккордеон, он, во-первых, во Франции играет на всех вечеринках. Из-за рубежа он пришел. Он долгое время был под запретом здесь у нас. Здесь? В Союзе. Почему? В Союзе. Ну, считался иностранным инструментом. Такие перегибы были в период... Ладно, не буду говорить это. Да, нас никто не слышит. Перегибы были в связи с руководством у нас коммунистической партии. Были перегибы. Вот. И инструмент это был запрещен. Аккордеон изгнали из нашей страны. Изгнали, да. Я приехала сюда, стала вот первая учить на аккордеоне, первой детей. И они играли, начинали учиться. Потом у меня был один шикарный ученик первого класса, с первого тоже до выпускного. И я его просила родителей, чтобы они его продолжили на обучение, чтобы они его отправили на обучение. Его не могли отправить, потому что надо было ехать или в Молдавию, или в Белоруссию, или в Ригу, там, в Прибалтику. Вот такой он закончил, вот такого роста, как Богдан был. Вот. И пошел он в строители, всю жизнь он страдал от того, что он не занимался музыкой. Для него это было вообще... Действительно, как это ужасно. Да, невероятно он играл, невероятно. У меня больше никогда так никто не играл, как он. И вот из-за того, что не было возможности здесь, вот нигде, были в избранных точках вот эти... инструменты. Вот вы же учились в Харькове, тоже вы же на аккордеоне. Я тоже на баяне училась, да. Но просто потому, что мне преподаватель, он тоже владел инструментом аккордеоном, и я занималась на двух инструментах. Вот. Там со мной многие учились такие известные музыканты, вот, руководитель ансамбля Зыкиной Людмилы, Гридин, вот это мой соученик, мы с ним учились. Потом вот Пурец, этот методист наш, ну, к сожалению, уже нет никого уже. Как удивительно, ребята, вы знали, что раньше аккордеон был под запретом? Артём? А, знали. Знали? Да. Они все знали. И вот, слава Богу, аккордеон вернулся к нам в страну. Господи, слава Богу. И теперь уже нет запретов, то и нет никаких ограничений в творчестве, да, Лариса Владимировна? Нет, конечно, нет, нет. Наоборот, вот, понимаете, у нас какое-то время было, время застоя в школе. Нужно было играть там определенные произведения. То сейчас и много, во-первых, издается. И вот у нас так вот сейчас руководство такое, если уж говорить, зажигают нас, мы уже то, что мы, уже прошло, наверное, время, да, вот, и зажигают, чтобы мы действительно и репертуар искали, и обработки делали, и так далее. И поэтому вот снова вернулось все, как говорится, чувствуешь себя творцом снова. Сьогодні, друзі, ми з вами спілкувались з викладачем вищої категорії по класу акордеону дитячої музичної школи номер 2 Ларисою Маринковою та її учнями. Я сподіваюся, що звуки акордеону захопили вас також, як і наших сьогоднішніх героїв. І тому саме зараз для вас лунає музична композиція «Під небом Парижа» у виконанні учнів Лариси Маринкової. Я – Аніта Рашевська, прощаюсь з вами. На все добре.